Мы продолжаем беседовать о духовном формировании, о духовном становлении. И сегодня мы будем говорить о том, как освободиться от горечи. Мы с вами говорили о трех качествах, которые могут закупорить наше сердце даже после покаяния и после посвящения. О трех препятствиях, которые мешают нам ощутить Божий замысел, которые мешают нашему сердцу по-настоящему освободиться. Это чувство вины в отношениях с Богом, это горечь в отношениях с другими людьми, это беспокойство в отношениях с самим собой. Сегодня мы будем говорить о горечи. Горечь труднее всего распознать и проще всего оправдать. К сожалению, именно сердечная горечь необычайно заразна, она передается другим людям. Доктор Дэвид Симмонс говорил о том, что с горечью в сердце жить настолько же невозможно, как с битым стеклом в животе, в желудке. Потому что горечь буквально высасывает из нас жизнь. Она отнимает у нас желание жить, она отнимает у нас духовные силы. Доктор Дэвид Аллен говорил о том, что путь к сердцу другого человека лежит через собственное сердце. Если наше сердце сковано горечью, если наше сердце сковано обидой, то и к сердцу другого человека мы не придем, потому что эмоциональная связь разрушена, эмоциональная связь с людьми разрушена. И сегодня давайте поговорим о том, как благодатью Божией разбить оковы горечи, освободить наше сердце от этого порока. Дело в том, что горечь съедает нас изнутри, разъедает как кислота. Разъедает она не только нас самих, не только наши отношения с Богом, разъедает она и наши отношения с другими людьми. Священное Писание предупреждает нас в послании к Евреям 12:15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Смотрите, он причиняет вред нам самим, а потом оскверняет многих других людей. Я неоднократно видел, как это происходит. Дело в том, что человек, в котором родился этот корень горький, корень горечи, становится узником. Он впадает в депрессию, он впадает в разочарование, ему не хочется жить, он не может уже сосредотачиваться на ответственности, которая принадлежит ему, он не может радоваться отношениям с Богом, он не может радоваться отношениям с другими людьми, потому что его поглотило буквально, пленило вот эта горечь. Я вспоминаю одного человека, от которого ушла жена. Они были вместе 30 лет, но выяснилось, что на протяжении 5 лет она была ему неверна. В конце концов, она с ним развелась. Сначала он был в скорби, потом действительно пришла обида, пришла горечь к нему. Я беседовал с ним, я неоднократно с ним беседовал. И вот однажды он прислал мне такое письмо. Он сказал мне так: «Я считаю, что для огорчения у меня есть все основания. Но не только для огорчения. Я хочу мстить. Я хочу справедливости. Справедливость для меня заключается в том, чтобы ее любовник либо умер, либо, по крайней мере, чтобы его кастрировали. Я считаю, что именно вот это должно с ним произойти». Вот письмо человека, который губит себя горечью, который губит себя обидой. И разрушились его отношения с детьми, разрушилась его работа. Естественно, нанесен ущерб и его хождению с Богом. Как же человек приходит к этой горечи? Большинство людей не понимают даже, что родилась в них эта горечь. Я не слышал, чтобы кто-то признавался в горечи в сердце. Люди говорят: «Я волнуюсь, я беспокоюсь». Люди говорят: «Вот, меня гложет чувство вины». Но никто не признается в том, что у него корень горький. Люди говорят: «Меня обидели, меня оскорбили». Ну вот, примерно как-то так. Потому что горечь очень тяжело диагностировать. Почему? Потому что она внутри. Послание к Евреям 12:15 мы читаем: «Наблюдайте, чтобы не было горького корня, чтобы какой горький корень не возник». Дело в том, что этот корень возникает внутри, потом он начинает разрастаться, но его не видно. И идет время, и развивается этот корень.
И он получает подпитку, особенно если вы его подпитываете, из него вырастает уже растение, и эту горечь можно увидеть. Но начинается все с маленького-маленького корня, который в вашем сердце, и его не видно. Как развивается этот корень? Происходит обида. В жизни часто бывают обиды. Происходит с вами что-то такое, чего вы не заслужили. Это естественно. Мы живем в грешном мире, и обязательно нас когда-то обидят. Обязательно мы встретимся с обидой. Причем зачастую обида бывает даже ненамеренная. С вами не поговорили, вы кого-то поприветствовали, он не ответил, он даже не подумал об этом. А вас это обидело. Вы обижаетесь. Вы начинаете думать об этой обиде. Вот этот человек, он со мной так поступил, и вам больно. Мне тоже бывало по жизни больно, меня обижали другие люди. Я спрашиваю, вас обижали? Мне говорят, конечно, всех нас обижали, потому что мы живем в грешном мире. Супруги обижают друг друга. Конечно, не намеренно, но это бывает, это происходит. Дети, подростки обижают родителей, родители обижают детей. Родители обижали меня в свое время, меня обижали учителя, меня обижали тренеры. Все это бывало, и все это бывает. Это естественная часть жизни. Нас обижают, ничего особенного в этом нет. И потом нам становится больно. И вот в этот момент появляется корень в сердце. И этот корень начинает разрастаться. Что происходит дальше? Дальше мы начинаем жалеть самого себя. Совершенно не обязательно мы злимся, совершенно не обязательно нам сердиться. Мы просто начинаем думать, ну как со мной могли так поступить? Я-то пытался вести себя правильно. Я пытался быть хорошим мужем, пыталась быть хорошей женой. Я делал на работе все, что положено, а потом меня уволили. И мне по этому поводу было больно. Вот этот тренер, я отлично играл, а меня посадили на скамью запасных. Обидно, больно. И начинаешь проигрывать в своем сознании весь этот эпизод. Начинаешь проигрывать всю эту ситуацию, что произошло, почему это произошло. Почему с тобой так поступили? И горечь заполняет все ваше сердце. И подпитываешь этот корень, и он растет, и растет, и растет, и укрепляется. И он уже начинает тобой обладать, он начинает тобой управлять всем твоим сердцем. И в какой-то момент начинаешь сердиться, появляется гнев. Гнев. Почему вот такое со мной произошло? Человек не имел права так со мной поступать. Я пытался сделать все, что от меня зависит, а вот он со мной так поступил. Начинается все с такого сожаления, с обиды, а потом появляется и гнев, как вот у этого человека, который прислал мне письмо. Гнев по поводу жены. И начинаешь это оправдывать, потому что говоришь, что да, это праведный гнев, это заслуженный гнев, и гнев выходит на поверхность. А потом человек начинает держаться за этот гнев. Он оправдывает этот гнев. Он говорит, это справедливый гнев, потому что это ответ на несправедливость. Человек не пытается как-то совладать с этим гневом. И вот с любым из нас это может случиться. Это часть нашей человеческой природы. Но Бог дает нам возможность совладать с этим гневом, Бог дает нам возможность проработать все эти эмоции. Если это не сделаешь, то появляется гнев, а за гневом горечь. Горечь всепоглощающая. Горечь, которая охватывает всю нашу жизнь, все аспекты нашей жизни. Более того, эта горечь проявляется в нашем отношении к другим людям. Она заражает буквально все. Она пронизывает ваши отношения с другими людьми. И вы становитесь носителем горечи, живущим в постоянной депрессии. Вы отравляете и себя, и других людей. Понимаете, горечь — это действительно яд. Вы фактически предлагаете другому человеку
выпить смертельный яд. Умираете вы сами, ваше сердце отделено от Бога. Доктор Дэвид Аллен говорил о том, что сердце как губка, и вот эта горечь наполняет ваше сердце, и в сердце уже нет места любви. Идут годы, и горечь захватывает вас. И ни на что больше места в сердце не остается. Ни на красоту, ни на любовь. Мы видим красоту, мы видим любовь, но не замечаем их. Я знаю таких людей, которые съедены горечью. У меня дядя такой, у него началось все с обиды, потом был гнев, потом его охватила горечь. У моей бабушки было четверо детей. Одного из них она назначила исполнителем своего завещания. А троих обошла. Вообще обошла. Когда она умерла, этот человек сделал все для того, чтобы получить для себя и дом, и банковский счет, и все остальное. Другого дядю он тоже обошел, мою маму он обошел. А потом все забрал и уехал со всеми деньгами. Конечно, они были обижены. Конечно, им было больно. Конечно, они стали жалеть себя. Они стали говорить, что мы ведь тоже заслужили. Мы же тоже должны были что-то получить, а не получили. Пришла обида. Потом горечь. И вот этот корень горечи вырос по полной программе. Я, честно говоря, был свидетелем некоторых бесед, когда они вспоминали о том, как их обошли, о том, как их обидели. И чувствовалось, как этот яд буквально разливается по комнате. Яд буквально капал на меня, и я должен был выйти оттуда, потому что вся эта беседа, весь этот разговор был отравлен. Отравлен настолько, что там было невозможно находиться. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Как же быть, если в тебе огорчение, в тебе горечь? Как избавиться от этой горечи? Какие есть варианты? Насколько я понимаю из Писания, есть три варианта. Первое — искать мести, отмщение. То есть, мне сделали больно, я им отомщу, я им отплачу, я им сделаю больно. Вот этот человек увел мою жену, я его до смерти доведу. Мщение, месть. Это один вариант. Но что же в результате? В результате зло накладывается на зло. Горечь на горечь. Даже если отомстишь, от горечи не избавишься. Второй вариант. Я не обижен. Я не обижен. Мне, конечно, больно, но я не обижен, мне не горько. Но на самом деле горько, и горечь вас в этом случае будет разъедать. Бог не хочет, чтобы мы жили вот с этой горечью внутри. Она разъедает. Это такая кислота. Чем дальше, тем хуже. Так что ответ и решение не в мщении, не в мести. Ответ не в отрицании, потому что и другое на самом деле только усугубляет проблему. Ответ, решение — только одно. Только одно, другого нет. Это прощение. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.